Наше наследие не в количестве нулей на банковском счете, а в близких людях, что нас окружают, и их воспоминаниях о нас. Генри, напомни, почему ты до сих пор не в школе для одаренных детей? Потому что психосоциальному развитию больше способствует общение с ровесниками в условиях стандартного обучения. Ах, да. Эй, Сьюзан, может, удобнее деньги сразу на счет переводить? Не знаю, я спрошу у Генри. Ему же всего 11. Сегодня ведомости из банка должны были прислать. Да, забыла тебе отдать. Не представляю, как ты одна со всеми справляешься. Да ладно, у меня есть Генри. Покажи мне хоть одного мужчину, который был бы ответственнее его. Да я бы рада. Это история обо мне, моем брате, маме и соседской девчонке. Генри и Питеру очень с вами повезло. Твоему отцу тоже с тобой повезло? Отчиму. Что с тобой? Ничего. Мам, нам надо поговорить. Это очень важно. Кристина в беде. Когда один человек делает больно другому, его надо остановить. Есть только один выход. Я хотел сам все сделать, но это невозможно. Наверняка есть другой способ помочь Кристине. Почему нет другого способа помочь Кристине? Этим летом. Мистер Сиклман, комиссар полиции, и без неоспоримых доказательств я не стану публично его дискредитировать. Хорошо, я согласна. Наоми Уоттс. Мам, здесь все, что тебе понадобится. Не бойся, я буду рядом. Джейкоб Трембле. Я знаю, что ты сделал. У Генри есть доказательства. И кому из нас поверят? Мы должны идти до конца. Только, пожалуйста, не паникуй. Я не паникую. Мы должны все исправить. Книга Генри. Режиссер Колин Тревороу. 16 июня.